У нее 5 огурцов. Райта? Райта? Ней? Вот. Порота. Порота? Так, вот такой пороты я не знаю. Порота? Ла-а-по-ланч. Ясно. Сразу они с утра готовят и для ланча пороту. Для пороты. Вот у нее на средней терке она трет все огурцы. А я вот этими вот very good vitamins. I make it like this. Mask. Я mask. Я обычно, если у меня есть шкурка огуречная, я ей тру лицо, руки. Very tasty paratha. Very tasty paratha. I never saw paratha from cucumber. After making. Ага. Very tasty. Very tasty. Okay. Первый раз вижу, что ее так можно делать. У меня другое понимание было о пороте. Сколько для меня открытий сегодня на самом деле. Чай у нее кипит. Чай boiling without milk. Рита, without milk boiling чай now. First. Вот у них другой теперь стиль. Вначале, значит, они кипятят без молока. Имбирь, сахар и чай. Вот хозяюшка принесла молочко. Она хочет, она этот пороту делает для нас. Она хочет, чтобы мы забрали с собой как обед, как ланч. Так мило. Так трогательно. Какая интересная терочка. Отжимает огурцы. Так. Намасте. Намасте. А, соседушка просто, neighbor. I'm Irina. Okay, hi. I'm Vaishali. 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 Nice to meet you. Vaishali. Сок она вылила. Ну, не знаю, я бы выпила. Жалко, сок-то огурец. Лук. Там она отжала огурцы. Масло. Я вот тоже, я сейчас уже тоже стала такое вот большие коробки покупать масло. Полкилограммовое. 200 рупий стоит. Мелко-мелко она его режет. Вот такая сковородочка у них плоская. Как теннисная ракетка. Ну, вернее, чуть-чуть вогнутая. В основном они делают на таком чапате. Здесь, ну, вот она будет делать хлеб. Она так делает тост, черный перец и соль кидает на хлебушек. И ложечка еще маслица туда. Ой, какой я себе наваристый кофе сделала. Как здорово, как мне нравится все.
This is meda, meda powder. Maida не, then wheat atta. Wheat. Ну, обычная пшеничная мука. Ата. Ата. Ага. Пшеничная мука не высшего сорта, первого. Куркуму кладем. Ялди. Угу. Yes. Пока только куркуму. Масло. Масло туда вылила. Остатки. Ну, может быть. Сейчас посмотрим. Подсолнечное масло. Соль. Соль, айго, алди. Окей, сейчас она уже зовет пить чай, но я хочу посмотреть сейчас, что это получится у этой девочки, у этой хозяюшки. То бишь воды она не наливает, она замешивает. Ну, та вода только что есть в огурце. А так она замешивает на масле. Ничего себе. Индейцы любят масляную пищу. Очень много у них масла используется. Так. Дал разливать такие красивые тарелочки. А, она уже языком. Ага. Значит, лук, огурец, мука и подсолнечное масло. Куркума. Окей, сейчас. Так. Она разделила на шарики, balls. И парота. Парота. Для пароты вот она... Парота. Все смешанное разделила на шарики. Кукумбер. Поскольку это замешивалось всю на масле, наверное, тут масло-то не будут добавлять? Или еще и будут масло добавлять? И сари-то у нее какое красивое. Вообще рассыпается. Да, масла не добавила. Приготовила, пока мы завтракали. Вот у нее сейчас не вышла одна, она ее обратно собрала и заново.
нам они с собой эту пороту, огуречную дали. Ну, мы тут зашли попить чаю, решили попробовать, что это за порота огуречная. Ну, не знаю, прикольная, конечно, но я бы второй раз, наверное, не стану готовить себе такую. А может, стану своеобразная.